У культурно-досуговых учреждений республики грандиозные планы на предстоящий творческий сезон, который открывается после пандемии. Так, в Чувашском театре юного зрителя уже готовят премьеру. Показ спектакля «Золотая кладовая», поставленного по пьесе народного писателя Чуваши Михаила Юхмы, запланирован на 26 сентября. Историческая легенда расскажет о неиссякаемом источнике силы чувашского народа. Особое внимание в постановке уделили костюмам. Дизайнеры и художники предусмотрели даже самые мелкие детали. Но это представление не единственное, чем театр порадует зрителей. До конца года запланировано еще две премьеры. И зрители соскучились, и артисты соскучились, поэтому будет это большой праздник для всех, для нас. Все должны знать, откуда мы, чуваши, и кто мы такие, и благодаря чему мы сохранились на этом белом свете, наш народ. И вот эти секреты мы как раз раскрываем в этом спектакле.